Образование, как составная часть общества, всегда чутко реагирует на происходящие социально-культурные изменения. Современный мир ставит перед педагогами новые задачи, а именно воспитание толерантности, продуктивная и воспитательная деятельность детей разных культур, освоение языков и формирование будущей конкурентоспособной личности. Речь идет о росте и развитии поликультурного образования, с которым педагоги практики испытывают ряд трудностей. Решение новых задач и существующие трудности обсудили в КФУ на 11-й международной конференции «Этнос и культура в межнациональных коммуникациях 21 века». Конференция каждый год ориентирована на практиков, не на руководителей образования, которых устраивают многие вопросы, а на практиков, которые реально сталкиваются с проблемами межэтнической напряженности и с проблемами клиники психического развития маленьких детей дошкольного возраста, начального возраста, ну и 5-6 классов тоже. Для участия в конференции были привлечены специалисты муниципальных отделов образования, педагоги, психологи и педагоги практики, работающие с детьми разных национальностей. Они отметили, что на сегодняшний день поликультурное образование имеет динамичный характер, и работать с ним нелегко. Более того, новые задачи становятся все сложнее и сложнее. После завершения конференции ее участниками будут выработаны новые пути решений и рекомендации по решению вопросов в сфере педагогики. Специалисты убеждены, что развитие поликультурного образования в дошкольном школьных и школьных учреждениях станет основой успешной адаптации детей к современному миру. Аделя Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз.